Вы устали от Доты или же от Лиги Легенд, и вам хочется поиграть во что-то новое? Тогда предлагаю вам замечательную игру Prime World. Теперь ты можешь построить свой собственный замок, создать своего уникального героя и, конечно же, крошить черепа врагам. В игре присутствует множество игровых режимов, что позволяет не заскучать, а также битвы происходят, конечно же, на разных картах. В общем, игра достаточно необычная и со своими возможностями, так что бегом пробовать! Ссылка на игру в описании, регистрируйся и играй! Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные кликеры. И сегодня будем играть в кликер под названием Chain Reaction, или же Цепная Реакция. Да, в этом кликере нам предстоит взрывать вот эти вот шарики, и чтобы взрывом задевало другой шарик, обязательно нужно, чтобы происходила цепная реакция. Вот таким вот образом там получаем все больше и больше очков, которые после этого потребуются нам для того, чтобы купить себе новые штуки. Например, более быстрые шарики, более большие, более огромные эти шарики, или же еще шариков добавить себе. Поэтому нужно стараться именно как можно больше таких реакций производить. Но поначалу можно вообще, по идее, просто щелкать, чтобы именно набить. Единственное, шариков будет не очень много, и по идее выгодно все-таки вот так вот бабахать их друг от друга, и тогда получается все круче, круче и круче. Вот таким вот образом. Блин, не зацепил другой шарик, если получилось, получилось бы довольно неплохо. Так, бам! Так, бам, и никого не задел в итоге. О, вот здесь может цепную, здесь тоже может цепную провернуть, эти тоже можно провернуть. Вот так вот, в общем-то, довольно необычный такой кликер, нестандартный как минимум, потому что обычно мы только кликаем, кликаем, здесь надо какие-то цепные реакции, что-то там продумывать, просчитывать, чтобы получить как можно больше. Обычно просто апгрейды, хотя в будущем, наверное, просто буду щелкать и все будет взрываться вообще на экране. Но это как-нибудь потом. Так, надо копить 55, у нас будет еще на один шарик больше. Чем больше шариков, тем больше, конечно же, наших взрывов, реакций. Поэтому, так, эти просто так взрывы, они какие-то бесполезные, а из них ничего не сделаешь. Так, покупаем себе еще один тогда шарик. И теперь будет, наверное, еще поинтереснее, как минимум. Надеюсь, по крайней мере, на этом. Так, оп-оп. И вот здесь давай, блин, думал, что зацепит другую еще. Кстати, ребята, если вам нравятся, конечно же, кликеры, вам хочется их побольше, то не забываем ставить лайки, конечно же, и я найду вам еще кликеров более-менее интересных. Конечно, откровенный трэш я не снимаю, ну, я, конечно, снимаю, по своему мнению, классные игры, но стараюсь, как бы, кликеры подбирать довольно интересные, как мне кажется. Конечно, не со всеми мнениями я могу совпадать, но более-менее стараюсь, как бы, на поиск этих кликеров, ё-моё, сколько времени уходит, честно говоря. Ну да ладно, чего не хватает, конечно, это игрушка в альфе, но надеюсь, после того, как вы сюда придете, попробуйте поиграть, то может автор задумается, что стоит игрушку обновить, если к ней приходят ребята. И поэтому надеюсь, что игрушка, конечно же, еще и обновиться, и будет все у нас гораздо круче. Блин, я просто так их повзрываю, то что как-то очень долго. Можно еще один шарик купить, но я куплю пока, наверное, простенькие апгрейды вот такие. Если ресетнуть, по-моему, получаем какой-то бонус. Но это такое. Пока что он очень слабый, поэтому не думаю, что есть большой смысл это делать. Так, вот. Если бы взрыв именно побольше еще стал, это было бы очень круто. Так. И дольше держался бы, конечно. Чем дольше он держится, тем круче, конечно же. Так, оп. Да ладно, там совсем было мелиписька, так сказать. Я немножко не понимаю, что вот означает этот кружок. Он вроде как шарик за мной не тянет, и радиус взрыва он не меняет вроде бы. Единственное, может, он показывает область, откуда он может взорваться. Это единственное, что я думаю. Но это не сильно мне надо. Я, в принципе, с первого щелчка уже понимаю, какая у него область взрыва. И что я могу зацепить тем самым. Вот так вот. Да. В итоге саму озвучку придется к этой игре делать, наверное, когда будет происходить прямо полный хаос цепных реакций. Ну тут всего слабо. Воу-воу-воу, 5 аж! Вот это круто. Первый раз делаю пятерочку. Нормально, это мне нравится. Так, еще, еще, еще прокачиваем, еще. И хватит пока. Я хочу, чтобы взрывы прям реально огромные были. И очень долгие. Это самая моя мечта, конечно же. Вау, 5 получили. 6-й пошел. Уху! Вот это уже можно реально назвать какой-то цепной реакцией. Более-менее крутой, так сказать. Так. Где бы бабахнуть-то? Так, чтобы от души. Вот здесь может? Давайте вот здесь. Блин, да ладно! Пойдем уже до поиска же кликать и набивать очки, но мне так хочется, чтобы все-таки это была какая-то цепная реакция и выглядело это круто, как минимум. Да сколько можно? Оу! Цепная реакция, цепная реакция сейчас была. Интересно, это к чему-нибудь могло привести? Нет.
Жалко, бонус дополнительный не дают, если там реально две цепные реакции скомбинировались, например, в один большой взрыв. Но такого, к сожалению, нету. Так, вот эти прокачаю. И сейчас буду копить, наверное, на экстра шарики. Потому что размер шариков уже нормальный, взрыв тоже не слабый получается. Так, оп, 5, 6. Давай семерочку, семерочку. Вау, 9, нифига себе. Пока что-то рекордное. У меня рекордные у меня взрывы. Кстати, здесь нету кликов, сколько всего кликов, сколько всего взрывов. Max Explosion Points. Но нету рекорда, сколько я всего сделал. Это немножко грустно, потому что так бы я... Там супер комбо какое-нибудь у меня было бы, я бы смотрел. Насколько я крут, наверное, в этой области. Так, бам-бам. Блин, ну они все рядом пролетели. А нет, четверочку он хотя бы задел. Но большая часть все равно пролетела боком как-то и миновала все это дело. Это не очень круто, конечно же. Так, оп-оп-оп. Давай-давай-давай, пятюня. Может так картину какую-нибудь нарисовать, на сцепных реакций. Может на самом деле мы таким образом рисуем действительно какую-то картину. Потому что все шарики разноцветные, все дела. Эти цепные реакции, видимо, несут много счастья в себе. Хотя, может, я уничтожаю целые... Целые города, я не знаю, что, откуда это могли бы эти цепные реакции быть, конечно же. Что это я вообще взрываю? А может, на самом деле ничего. А может, я образую планеты, галактики и так далее. В общем, просто реакции. К чему не приводят, можете писать в комментариях, что бы вы думали. Для чего и почему они и так далее. Так, отлично, уже 4 экстрабола, так сказать. И остается нам еще, наверное. Я, наверное, еще как минимум 2-3 куплю, чтобы шариков реально было много. Потому что, ну, блин, по-моему, мне кажется, больше всего нам шариков не хватает. Как бы взрывы уже нормально, все дела. А вот именно шариков как-то не хватает. Не хватает. Вот, вот уже как-то троечка теперь гораздо проще делается. Ух, даже шестерочка получилась. Я сейчас дотянем, нет, не дотянулся, так бы семерка могла бы быть. Так, можно еще, нет, чуть-чуть не хватает, можно было бы еще один купить. Так, оп, оп, оп. И можно пойти купить. Так, хоп, и еще один, чтобы именно 4 шестерки у нас было. Типа как элитно. Вау, этот обошло взорвался вообще, там уже практически пропало, видимо, в последнюю как-то там. Успел секунду схватиться. Блин, да почему вы так резаетесь? Нет, что прямо во взрыве резнуться? Вот это было бы нормально. Прям так хоп, здесь появился. Хоп, сразу взрыв, 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 взрыв. Ого! Снова девятка. Сейчас будем последнюю делать, видимо. Так, давай, давай, ну что-нибудь. Бабахнись об нее. Во, 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 пошла шестерочка нормально. Жалко, это не множитель. Был бы это множитель, было бы гораздо круче все. Одни шестерочки у нас. Крутота. Теперь копим на остальные. Пусть там все будет семерочки, наверное, или что. Я даже не знаю, как лучше копить. Сейчас уже можно, по идее, эти промежуточные бонусы не слабо так поднимать, потому что мы очень много получаем. Вот уже 43 есть, например, я уже могу купить что-нибудь отсюда. Например, максимум large explosion. То есть размер взрывов, ну, взрыв у нас будет еще больше. А взрыв это круто! Очень. Это наша жизнь в этой игре. Так. Эй! Взял, увернулся, засранец. Так, Макс, все у нас. Десяточка. Десяточка! Вот это взрывы пошли. Вот это я понимаю. Сразу семерочку сделали. Даже, воу, еще больше пошло. Девятка, вау, десятка, шестерка, офигеть, сколько всего за раз сделали. Это люто, конечно, да. Так, хоп, это поднимаю. 12, теперь взрыв теперь вообще должен быть жесткий. Ну, блин. Как же вы все-таки медленно летите. Зато, кстати, они прямо там резаются очень часто. И вот сейчас они резались прямо именно там, и это было здорово. Так, пошло, пошло, поехало. До десяточки дошло и не доехало. Так, более долгие, более быстрые шарики. Давайте более долгие взрывы сделаем. Все, что ли? Что-то это как-то это... Как-то слабенько, как-то очень слабенько. Надо больше взрывов. Больше эффектных взрывов. Чтобы прям вообще лепота, красота и так далее. О, пошло, пошло, пошло. Блин, случайно сам взорвал их. Зачем я щелкнул? Ё-моё, кто меня просил щелкнуть? Так, более быстрые шарики. Нормально, так. Эй, да блин, я вас ненавижу. Почему вы так мимо все время пролетаете, а?
О, давай еще успел. Держись, шар. Тебя поддерживают твои друзья, колобки. О, 12-13. Рекорд пока что. И все, нет, 14 даже, вау. Если он сейчас выдержит, то, блин, почти, можно было 15, уже очень близко было. Эх, жалко. Ну ладно, в общем, вот такой вот кликер, надеюсь, он вам понравился. Достаточно необычный, хотя и визуально он довольно простенький, но, в принципе, уделить ему какое-то время можно. Если хотите больше подобных кликеров, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, комментируйте. На этом все, всем удачи, всем пока, всем спасибо за просмотр.